Сегодня по плану жилой комплекс «Вальдемироль». Специалисты ТРК Одинцова спешат заменить устаревший домофон на современный. С его помощью больше не нужно гадать, кто пришел. Можно увидеть, причем не вставая с дивана. У жильцов появляется возможность видеть тех, кто им звонит, прямо на экране мобильного телефона. И также с помощью мобильного телефона через специальное приложение можно принять вызов. А еще можно узнать, кто приходил в ваше отсутствие. Такая функция тоже предусмотрена. Кстати, камеры на домофонах интегрированы в систему «Безопасный регион». Это значит, что доступ к ним также имеют экстренные службы. Не любопытство ради. На сегодняшний день в Одинцовском городском округе в программу включено более 5700 камер наружного видеонаблюдения. Из них более 2500 смонтировано на подъездах жилых многоквартирных домов. Установка домофонов жильцам ничего не стоит. Работы специалисты проводят за счет средств компании в рамках сервисного контракта с администрацией Одинцовского городского округа. ТРК Одинцова – крупнейший провайдер связи. Также подключает к сети интернет и кабельного телевидения. Мария Шматкова, Евгений Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».